Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы наверняка видели представителей обеих этих пород, и вы наверняка не раз спутали их между собой. На первый взгляд кажется, что они вообще ничем не отличаются, но это только на первый взгляд. В этом выпуске мы расскажем вам об основных отличиях между золотистым ретривером и лабрадором-ретривером. Лабрадор-ретривер и золотистый ретривер являются родственными породами. Эти собаки имеют общих предков. Именно этим объясняется их невероятное сходство друг с другом. Но как же отличить представителя одной породы от представителя другой? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 отличий между золотистым ретривером и лабрадором-ретривером. У лабрадоров-ретриверов плотное телосложение, у них крепкий костяк и хорошо развитая мускулатура. Представителей породы легко узнать по широкой спине и короткой пояснице. Золотистые же ретриверы отличаются более изящным телосложением. Кроме этого, у них более пропорциональные и приспособленные к быстрому бегу, чем у лабрадоров, лапы. У золотистых ретриверов более вытянутая, чем у лабрадоров, морда. Глаза у этих собак могут быть только темно-карими, в то время как у лабрадора глаза могут быть самых разных оттенков коричневого. При этом для золотистого ретривера обязательно хорошая пигментация век. У лабрадоров же такая обводка глаз не входит в список обязательных требований стандарта породы. Также важно отметить, что уши у голденов длиннее и ниже посажены, чем у лабрадоров. Хвост золотистого ретривера украшает длинная красивая шерсть. У лабрадора же на хвосте шерсть короткая и плотно прилегающая. У лабрадоров шерсть короткая, ее длина обычно варьируется в пределах 5 сантиметров. Шерсть лабрадора плотно прилегает к телу и равномерно распределена по нему. У золотистых ретриверов же на теле есть участки с более длинной волнистой шерстью. Лабрадоры-ретриверы могут быть палевыми, черными и шоколадными. Золотистые же ретриверы могут иметь окрас только в пределах оттенков золотистого цвета. Таковы основные отличия между золотистым ретривером и лабрадором-ретривером. Теперь вы знаете, как не перепутать этих двух очень похожих друг на друга собак. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!